Ну, может быть, сейчас да, если, конечно, Тарик не найдет голову Фелпса 2 в 4, времени 48 секунд, там Скадудл оформляет Фера, это уже 2 в 3, есть юспик, и можно поставить еще пару хедшотов, и вот он, возможно, раунд, там Колдзера стреляется, Скадудл находит Фолина 2 в 5, могут реально разыграть Клауда в атаке против команды из Бразилии, а это уже серьезно, потому что 2 в 2, и у нас покидает игру, Ultimatic обиделся, то, что не он убивает. Слушай, смотри-ка, сейчас пауза будет залетать. Ну попробуй, Скадудл Тарик, что-то сделать. Давай посмотрим, что они смогли бы сделать вообще в принципе. Ну забег от команды Cloud9 на бэплейн, дорогие друзья, прямо здесь, прямо сейчас. Опять же посмотрим, поглядим, да. В итоге, Удера. Это Тако. Просто выигрывает. Да, да, и просто Тако делает... Куча киллов. Две разные величины. Тем более Ultimatic. То есть такой момент, да? Тем более Ultimatic. Одна из ключевых фигур, если Тарик там время от времени как-то вот подваливает, Стюй-Туки тоже как-то вот так вот, но там все очень неточно, то вот Ultimatic это практически стабильный игрок. Колдзера, добрый вечер, три моих хороших друга. Раз, два, третьим не получается. Бомба есть на руках, но можно поставить. Время 45 секунд, перемещается Тако. И Тако сейчас может замкнуть Тарика. Так получается 2-0. Как же Колдзера сейчас хладнокровно сыграл. Фелпс находится на коннекторе. При этом... Ой-ой-ой-ой, Тарик в жбан получает, но выживает. От кого это в жбан? От Колдзеры, что ли, прилетело? 13 хп у него остается. Прострел, походу, через какие-то ящики. Потому что там калаш, эмка. Ну, жестко, жестко. Тарик все равно ставит бомбу, но если бы отлетел, то было бы сложно для Cloud9. А теперь для Cloud9, наверное, не так сложно. Хотя Колдзера контролит в итоге под балконье, убивает оппонента. Фоллин Колдзера остается вдвоем. Надо бы закинуть, да, на яму как раз какую-нибудь флешку, попытаться разминировать, что-нибудь сделать. Естественно, Валенсу придется выбегать. Фоллин будет все это дело принимать. Опять же, вместе с Колдзерой те самые два товарища, да, которые уже очень давно любят это делать вдвоем. Вот такие вещи клатчировать, если они остаются вдвоем. Так, Фоллин, да, успевает, все хорошо. Ничего не сделает Валенс. Почему до сих пор там? Для меня вопрос. Почему не аккуратненько пытается топить на зигзаг? И вот смотрите, вот все умирают, и Валенс остается последний. Вот он топит на зигзаг. А куда? Не, еще не последний, подожди, там еще есть. А вот уже погибает от Феры, последний Скадудл со снайперской винтовкой, да. Не попадает по Тако, атаку за это мстит квадрокилл для... Поэтому нужно пристально следить за тем, что сейчас происходит. Вообще, в ближайшее время, что происходит. Очень долго жил Фелпс. Так, Фернандо ослепленный, но смоки, может, его спасут. Не, не спасает. Фолиан снимает оппонента, который ставил бомбу. Еще один килл от Фолиана. Может, еще один Фолиан. Фолиан. Батька Фолиан пытается мочить. Тут вообще как боженька. Господи, боже мой, Фолиан все еще живой. Фолиан. И убивает последнего. Трипл килл. Габриэль Толедо. Муа, брависсимо. Фер будет чекать андерпас, и там есть оппонент. Это Стюй-Тукей. Здравствуй, мой родной. Знаете, нож в спину. Фер оформляет просто вот Стюй-Тукей, который даже не ожидал. Он даже не посмотрел в эту сторону. Валенс вместе со Скадулом идут дальше. В окне Валенс неплохо разбирается с Фелпсом. Тут же попытка нашить смоки, но не получается. Фолин прикрывает тиммейта. Фер сам справится с этой ситуацией. Фер проходит дальше на головы. Флешка вылетает. Ну и жить осталось Скадудлу немного. Бомба лежит на медле, соответственно, сейчас дело времени, а это выходит Фер, ставит хедшот и убегает довольно обратно. 9-4, команда SK Gaming снова лишает флоудов экономики. На язык ложится слов, но это может быть очень-очень долго. Фер против Тарика сражается на зигзаге, Стюй-Тукей прилетает на размен, все пока получается. Фелпс сейчас из ямы может принимать, хотя на яме находится Фолин. Папа уходит дальше. Но там хватает Фелпса, Фолин забирает игрока с коннектора, Стюй-Тукей находит Фелпса, 3 в 2, ситуация для Cloud9 печально, снова вдвоем выживший, Скадудл и Стюй-Тукей против Колдзера, Така и Фолина. Две снайперские винтовки есть у защиты и одна у Cloud9. Так, интересные варианты, потому что против ВВП можно все-таки как-то выиграть. Сложно, но как-то развести, немножко что-то поработать. Стюй-Тукей хорошо, вот именно так остается Колдзера последний. Бомба стоит, никаких сейвов, никакого вот этого всего, потому что последний раунд первой половины. Колдзера берет автомат Калашникова, и как же правильно он сейчас все это делает. Вот не топится ВП против двоих там, чтобы его убили на таймингах, да?
Вот, вот Калаш — это наш выбор. Выбор чемпионов. И в итоге Колдера сейчас немножко покидает, но время идет. Колдере надо очень сильно надо спешить. Он убивает одного, а вот и Стиу Тукей. Он пытается попасть по Стиу Тукей. И Стиу Тукей мансит за этой искрой. Мансит, 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 мансит. А вот и Колдера. И до свидания. Пятый раунд в копилку команды Cloud9. Со всех, вообще со всех сторон. В принципе, со всех сторон. Потому что Старикс именно тактик, Кейн именно стратег в этом плане. С учетом того, как он это все разбирает, да, вот именно конкретный подход Кейна. Он вот так вот он это делает. Он это делает не с точки зрения профессионального игрока. Второй пистолетный раунд, дорогие друзья, на ваших экранах. Опять же, чуть позже может, продолжу, если интересно будет. Колдер убивает Стиу 2К в то же самое время. Интересные вещи могут быть от Фернандо, потому что через эндопас он уходит уже на мидл, аккуратненько будет просматривать и сзади, и окошечко, и как бы и зигзаг не зажимает ли его кто-нибудь. И если этот коннектор отпустит ребята из команды Cloud9, это будет провалище. О господи, а что там, а вы чем заняты это? Да, все-таки Фернандо видит, и Скадул должен Фера забирать, и не забирает. Они уже на пленте там. Алло. Но не все, не дошел с Колдера. Правда, выходит Тако, получает в голову раш 3 в 3. Бомба уже будет вот-вот поставлена. Скадул сражается с зигзага против оппонентов. Фер еле-еле живой, 28 хп у него. Или сколько там, 26. 26 по итогу. Бомба уже есть для СК Гейминг. Это неплохой вариант даже в случае поражения здесь. Так вот, отъезжает, может отъехать и Фер. Хотя Фер, это Фелпс. Это Фелпс, друзья мои. Ставит хедшот по Тарику. Отлетает Валенс. Скадудл последний. Скадудл в бок забирает Фелпса. Один в один. Фер против Скадудла. Бомба не под Фернандо стоит. Скадудл просто разминирует. Скорее всего. Не? А, и так нормально. Да, Скадудл просто разминирует, скорее всего. Х2, собственно. Можно было не менять фразу. Но я что-то подумал, что мало ли на хайпе... Хайпу? Ворвется Фернандо, но нет. Дается райфл, и Стиу 2К отлетает с ним самый первый. А такое бывает. На самом деле у нас там врыв еще и через андерпас. Старик погибает. Правда, Валенс находит фраг, и Скадудл оформляет еще размен. 3 в 3 есть для Скадудла калашников, но вот, правда, выход будет, вероятнее всего, на Валенца. Нет, там Фер пошел разламывать головы, так и получается. Фер находит раша и тут же отваливает. Да дайте мне переключиться нормально, не успеваю просто игроков, они погибают до того, как я включаю эту самую кнопку. 3 АВП, да, то есть одно на апленте, одно закрывает мидл, второе на Б, третье, прошу прощения, на Б планте. Раш убивает Фернандо. Так, ну, господин Раш, Стиу 2К, да, Стиу 2К со своим АВП, до свидос, осталось 2. И как три пятачка. О, Раш простреливает человека, который ставил бомбу, и теперь все не так просто для СК Гейминг. Вакейшн, вакейшн. Может еще и Фелпс приехать, забирает бомбу, но слишком много хп потерял он в этой, даже не перестрелке, просто однобокой войне команды Cloud9 против Фелпса. Флешечка на Дельпан залетает, там вся команда Cloud9 стоит слепая, ничего не понимает, что происходит. Валенс летает от Колдзера, там просто залетает по тренеру команды Cloud9. Тут же Тарик на коннекторе замечает оппонента, но не палится, и Фолин выходит. Габриэль великолепный хэдшот ставит по Тарику, тут же Скадул отрабатывает. Колдзера сейчас, возможно, будет клатч. Но там у нас может быть... О, хорошая позиция, да, Скадул справляется. А на кой сейчас выходил Колдзера? Он мог бы выйти в окно, потом коннектор, ну, в принципе, да. Выйти в окно. Вышел, паунс в окно. Это нормальная тема. Паунс в окно. Еще один раунд для девятых облаков. Б находится господин Тарик. И Валенс закрывает Бипленд. В итоге закрывает Валенс. Какие варианты есть для СК Гейминг? Вскрыть этот коннектор, закидать все смоками, которых нет. Один смок и один молотов атака. Есть вариант, мне кажется, даже фейкануть. Коннектор плюс яма. Ребята через засмоченный зигзаг. А потом на Б. Да, потом на Б. Это вообще идеальный вариант будет. Слушай, хорошо, мне нравится. Ну так, а давай, давай, гранату. Все прям, все подряд. Один, второй, там, тых-тых-тых, и все, и топи. Они на пойдут. Они пойдут. А здесь три человека. Здесь Тарик, здесь Скадудл, здесь Rush. Rush, Rush, Rush. Но вот Колдзера может дождаться оппонентов, которые пойдут помогать через зигзаг. Могут Колдзеру и не прочекать, просто забить на эту позицию. Хотя, ну, это вполне логично, вот теперь уже не логично, потому что Колдзера нашумел чуть-чуть. Так, хорошо, забег на оплент. Фелпс, до свидос. Така, до свидос. Фернандо, пока не до свидос, но может быть все. Иди. До свидания, Фолин. Бомба. Падает, Фернандо укрепляется, до свидос. Колдзера последний, против четырех. Давай! 10 сек. До свидания. 9-14. Стой. Такой себе бай.
либо переигрывать тактически, либо отъезжать будут со счетом 9-16. Ну, либо, опять же, индивидуально, то есть снайпер команды Cloud9 может сейчас сделать пару хороших шотов и потом уже вывести свою команду по преимуществу. Но Fallen снимает игрока с буста, соответственно, зигзагу есть под контролем Тарика. Правда, надолго ли? Фер снимает Steel2K, правда, Steel2K добирает Фелпса 3 в 4. Преимущество команды из SK Gaming на атаке и, возможно, опять же, шанс раунд для них на карте Демираж 2-0 по итогу двух карт, так что здесь может быть очень опасно. Rush находится в упорной позиции под деревяхами. Молот залетает на плент, Раша там нет. Но и Раша забирает фер 2 в 4. Снайперская винтовка для Тарика. Но Тарик с этой винтовкой не боец, насколько я помню. Но вот печаль, сейчас его просто убьют в голову. Сейчас поднимется атаку и убьет оппонента. Хотя тот перемещается по тикетбокс и пока не палится. Так. Привет. Да. Да. Привет, салют, ПБМ, АСК. Да, песня уж кончилась. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.